Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Deus Ex Mankind Divided. Я решил перезаписать данную серию, все дело в том, что я как бы, ну, значит, уже записал, скажем, час игры, в итоге я смонтировал серию, выложил ее в закрытой группе, и ребята посмотрели и сказали, что, оказывается, я завалил там две миссии целые. Почему это произошло? Все дело в том, что я не пошел, скажем, по маркеру, да, который указывал мне, куда идти, ну, там, решил разбить там стеночку, сходить взломать там дверь или еще что-то, и в итоге... Первая миссия у меня как прошла? Я просто увидел дверь, взломал ее, зашел за эту дверь и оказался в финале побочного квеста. Сразу же. То есть я пропустил начало, это все у меня вызвало на самом деле дикое недоумение, потому что я не понимал, что происходит, вообще как я здесь оказался, что здесь нужно делать и так далее. В итоге миссию я завершил, и сути я ее не понял. Потом я дальше поперся, там проломил еще одну стенку в канализации, залез туда и в итоге оказался в другой миссии, а там уже, как бы скажем, пропустив треть, то есть началом этой миссии, по сути. Это очень печально, ребят. В итоге, хорошенько подумав, я понял, что эксплорингом я больше заниматься не буду и вам строго не советую, потому что вы таким образом ломаете игру. Это глобальный недочет. Это глобальный недочет, это проблема уже геймдизайна. Вы меня, наверное, спросите, а как же можно этого избежать? Я вам отвечу, да как минимум двумя способами. Все очень просто. Во-первых, ограничить доступ в те зоны, где какая-то часть миссии происходит, да? То есть, либо финал там, или середина. Ну, допустим, ту самую дверь можно было не закрыть замком пятого уровня, а просто закрыть ее на карточку, которую где-нибудь можно достать только именно по этому квесту. Или там, я не знаю, чтобы триггеры не активировались. То есть, допустим, этот замок будет неактивен до тех пор, пока я с кем-нибудь не поговорю. Вот как этого можно избежать. Но разработчики почему хреново оттестировали все это дело? Такого не должно быть. Я вот просто захотел походить по городу, поизучать местность и в итоге завалил три квеста. Таким образом. Поэтому, ребят, ни в коем случае при первом прохождении не идите туда, куда вам не указывают разработчики. Идите только по тем квестам, которые вам дают. Ладно, хватит разговоров. В общем-то, в предыдущей части мы тут встретились с этим вот программистом, который восстановил, ну, спросил наше улучшение. Я там уже все перекачал, полазал по меню улучшений. И в итоге, ну, там прокачал до пятого уровня взлом. Прокачал Икара, прокачал руки, чтобы можно было пробивать стены. И, в общем-то, усё. Так, давайте осмотрим его. Ничего нет, забираем пистолет. Тут у него еще дневник. Давайте мы его тоже прочитаем. Привет, Камил. Мне жаль, что тебя выселили, ублюдки конченые. За моим магазином есть склад. Можешь оставить свое барахло в нем. Код к двери 1984. Блин, если хочешь, можешь пожить там. Только никому. Мне левые гости не нужны. Удачи, ВК. Что мы сейчас будем делать, вы, наверное, спросите. Я не буду... скажем так, куда-то сейчас сворачивать и так далее. Я пойду именно по тем квестам, которые у меня имеются. Listen, I need your eyewitness report as soon as possible. What's your ETA? Depends on how many cops ask to see my papers. Fuck. Not much I can do about state police after yesterday's attack. Get in when you can. Miller out. Хорошо, смотрим, что у меня имеется. Давайте поглядим. Так, это у нас основные задания идут. Вот, найти возможность допросить Ричера, я оставлю это чуть-чуть на попозже, допросить шарифа в моей квартире. Активирую этот квест, и нам нужно куда идти, давайте посмотрим. Ага, то есть сейчас прямо, потом направо. Вот сюда. И вот сюда, я правильно понимаю? Нет, неправильно. Погоди-ка один момент. Нет, 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 слишком рано повернул. То есть сейчас то, что я буду делать, я, скажем, этим не занимался. Я с шарифом не разговаривал при записи предыдущей серии, потому что, еще раз повторюсь, занимался эксплорингом и залез туда, куда лезть не стоило совершенно. Так, где там моя хата? Мне нужно, по идее, куда-то сюда вроде как. Нет, это панель, которую можно взломать. Мне нужно подняться выше, ребята. Вот сейчас мы, кстати, и проверим, действительно ли диалоги... здесь слишком упростили или все-таки...
Или все-таки все осталось на прежнем уровне? Я надеюсь на это, по крайней мере. Погоди-ка, что-то я заблудился с Лиганца. Еще выше, наверное, нужно подняться. Давайте сюда. Угу. Вот здесь. И мне нужно поговорить с шарифом. Подожди-ка. Где-то должен быть, по идее, телефон или еще что-нибудь. Погоди-ка. Мне писали про этот момент. Электронная книга прочитать. Коллектив Джаггернаут. Интерпол. Дело 679-310. Коллектив Джаггернаут появился в начале 2020-х годов, когда хакер по имени Эль разместил в Даркнете довольно неграмотное сообщение, призывающее разочарованных господством 1% над всем миром присоединиться к нему в борьбе, раскрытии тайн и разрушении их замыслов. Впервые группа попала на первые страницы газет в 2025 году, когда захватила атмосферные установки известного парижского художника-метеорологиста и обрушила ветер ураганной силы на мероприятие, организованное Page Industries. Примерно в то же время главой организации стал некий Янус. До сих пор установить личности обоих хакеров не удалось. Под руководством Януса коллективу удалось привести к банкротству не одну компанию из списка Fortune 500, попутно раскрывая темные делишки правительства и сильно усложняя жизнь сильных мира сего. Также стало известно, что коллектив привлекает к своей работе опытных агентов, в том числе наемников. Ясно. Ну-ка, подожди-ка. Что же тут нужно сделать? Куда тут нужно сходить? И что здесь нужно... Куда нужно нажать? Я не совсем понимаю. Ну, здесь не... Что там было? Детали для сборки забираем. Пока что я не понимаю, где здесь работает система крафта. Нужно будет разобраться обязательно. Комод. Так, патроны на пистолет. Растения бросать я не буду. Книжка называется «Отпусти». Ага. А, позвонить, охренеть. Ну, вот это прям вообще было неочевидно. Adam, thanks for calling me back, son. I heard about the bombing in Prague. It's all... I'm not interested in your sympathy, Seraph. We've got more important things to discuss. Like my doctor finding dormant augs hidden in my system. What? Dormant experimental augs. You wouldn't know anything about that, would you? Adam, you know the decisions I made for you 2 years ago. Yes or no? No! All the work we did on you was above board. You have my word on that. What exactly did you find? Experimental test dogs spliced into my system. Kohler said something about a neodymium shell. Who would have designed something like that? God, you've got a Titan Aug? It's impossible. It was just a concept. You just said this wasn't you. It wasn't. The DoD showed me schematics 3 years ago and asked me if I thought it could work. It was designed by somebody else, Vadim Orlov. Megan and I interviewed him once, but he wouldn't have fit in. These schematics you saw, don't suppose you kept a copy? They were classified. I never had a copy. The only reason I even saw them was because the Defense Department valued my opinion. Seraph Industries did good work back in the day. When we signed a schematic, you knew it was solid. Orlov? Sounds Russian. Who is he? Why wouldn't he have fit in? He was supposed to be a boy wonder, a neuroscience prodigy. Got his master's degree in Moscow, postgrad in the US. His grades were off the chart, but his theories were sketchy at times. Megan said his ethics were questionable. Megan? Megan Reed said that? The woman who gave you my DNA to experiment with? We didn't hire him, Adam. 2 minutes into the interview, and I could tell Orlov didn't like his ideas being challenged by anyone. Least of all, a strong woman like your ex. I've got to find this guy. Adam, let me track him down for you. I'm leaving for London soon. I've got meetings with Nathaniel Brown and the Santo group there. But I can make phone calls, reach out to people. Seraph Industries may be gone, but my name still carries weight in certain circles.
Do it. Contact me by InfoLink when you have something. I won't let you down on this. I never felt right about losing touch with you after Panchaea. When I heard you'd shown up in Detroit alive a year after everyone thought you were dead, why didn't you get in touch with us? I couldn't. Rescue crews pulled me out of the ocean and dumped me in a clinic in Alaska. Nobody knew who I was. For a long time, neither did I. My God, son, you don't think... I mean, that could have been when... Find Orlov, Seraph. I've got questions I need answered. I will, I promise. I'll call you. Что-то такое ощущение, что здесь были серьезные достаточно просадки, да, кадров, потому что какая-то, ну, хрень. Я не знаю, может быть, вам не так будет видно, у меня такое ощущение, что кадров так 25-24 только что было. Это довольно странно. Но опять же, смотрите, что самое интересное во всем этом разговоре, я никого не допрашивал. Я просто задал пару вопросов и послушал, что он мне сказал. Все, это не допрос. Как-то, ну, слишком примитивно. Помните, какие раньше были диалоги? Если не помните, то посмотрите предыдущее прохождение. Там действительно нужно было думать, анализировать каждую фразу, подбирать правильные варианты ответа. То есть там даже если вы где-то ошиблись, вы потом с помощью других вариантов ответа могли что-то там в другое русло совершенно перевести диалог и узнать то, что вам нужно. Это было круто, а здесь пока что только, ну, да, нет, сарказм. Все. Это все, что здесь есть. Это печально, это очень печально. Мне кажется, что так и будет до конца, ребят. Потому что там, в предыдущей части, вот такая вот система, да, ну, скажем так, диалогов, она уже появлялась фактически в самом начале игры. Ладно, что у нас еще здесь имеется? Подожди-ка. Угу. То есть, короче, нужно дождаться развязки этого квеста. Пока что мы ничего сделать не сможем, хорошо. Калибратор. По словам Коллера, Отора Боткавели можно найти в его подпольном казино в районе Чисто. Ага. Вацлав Коллер полагает, что сможет устранить оставшиеся сбои в работе моей системы аугментации с помощью какого-то калибратора для нейропластики. Но есть проблема. Калибратор находится в руках Отора Боткавели, бандита из Двали. Хорошо, давайте, наверное, сейчас пройдем этот квест, потому что я думаю, что он очень важен, так как мне стоит все-таки, да, наверное, откалибровать все свои аугментации, чтобы потом не возникало никаких проблем при дальнейшем прохождении. Подожди-ка, вот здесь мы сейчас спустимся. Давайте глянем вообще, куда нам нужно идти. Ниже. Еще ниже. Ну вот, я на месте, да? Погоди-ка. Ну вот, теперь давайте смотреть. А мне сейчас нужно спуститься в канализацию, я правильно понимаю? Или нет? Это у нас что такое? Ну там у нас, да, лизер. Нам нужно вот сюда. А как мне туда добраться? Вот что интересно. Может быть, нужно на метро? Пошли, значит, прокатимся, ребята. Но в прошлый раз, когда я здесь был, вы этого, конечно же, не видели. Там что-то поезда не было. И как перебраться на другую часть? В другую часть города, я не знаю. Может, с кем-то нужно поговорить, билетик купить, например? Не? Так, дверь недоступна, печально. Может быть, здесь? Ага, вот. Подожди-ка. Ну, в принципе, мне пофигу. Вот мне сюда. Понятно, я просто на монитор не обратил внимания, там все дело в чем было. То, что я, ну, думал, что нужно дождаться поезда, короче, не стал подходить к этим вот мониторам, а оказывается, видите, как она. Но опять же, город маленький, и заметьте, что здесь загрузки между секциями, секции небольшие. Что-то как-то странно. Но переходы сделаны, в принципе, прикольно. Но это не гуд. Это 2016 год, ребят. Ну, извините, Ведьмак вышел уже. Там огромная локация. Без загрузок. Что за дела?
Здесь две улицы, и мы сейчас ждем, ну, примерно минуту, пока все прогрузится. Довольно странно, как по мне. Странное решение. Засраный аук в вагону про натурали! Хотите снад выволать панику? Укажите мне папиры! Делайте, небо вас соберу! I don't have time to waste with this. Make it fast. Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Сам такой. Кто-то то обзывается, то сам так называется. Знаешь такую поговорку? Хамло. Так, давай-ка я, наверное, выходим отсюда, да? Ну что ж. Нам нужно куда-то сюда, по идее, да? Тут есть, кстати, магазинчик. Наверное, стоит заскочить к продавцу, я думаю, по одной простой причине. Нам нужны патроны на транквилизаторную винтовку, ребята. Привет. Hey there. You looking for a new stereo system? I don't really get much time to listen to music. How about movies? You like movies? Or maybe you got other interests? What kind of movies are we talking about? Oh, never mind. I was just making a stupid joke. What you really mean is you don't want to tell me. Since it's obvious, I didn't come here for that. Calm down. I'm not a cop. What do you mean by other interests? Well, I figure a man like you, he might need a little energy boost from time to time. You're not talking about protein bars, are you? Biocells, my friend. In perfect working order. And completely under the radar. Забавная ситуация. Протеиновые батончики — это, скажем, из предыдущей части. Они восстанавливали заряд батареи. Давайте возьмем. Sure, I'll take one. Well, that's it. You've cleaned me out. I think I'll be on my way. You're free to come back if you change your mind. Хорошо. Значит, мы получили батарейки. Ну, в принципе, ладно, батарейки хватит. Смотрите, нам нужно сейчас... Нет, не сюда. Нам нужно в эту сторону. Сейчас налево. Ну что, пошли? Я надеюсь, это не какая-то там закрытая территория. Это все очень интересно. Но мне, наверное, сюда. Ну, давайте сначала повзламываем панели. Может быть, там будет что-то интересное. Так, что у нас тут имеется? У меня такое ощущение, что я сейчас опять, блин, куда-нибудь залезу и в итоге запарю квест. Так, у нас есть новые геймпады, вы только посмотрите, это круто. Что у нас тут? Чип столового процессора, коробки, компьютер, газета. Так, отойди. Ага, теракт на станции Ружечка. В результате серии взрывов, прогремевших вчера утром на станции Ружечка, погибли десятки пассажиров. Город напуган и опасается других атак. Поезда, идущие в Прагу, перенаправляются в другие города, а криминалисты осматривают станцию в поисках ответов. Пока нельзя точно сказать, кто виновен в теракте, но тот факт, что ранее в этом году в результате аналогичной атаки был разрушен полицейский участок, подводит нас к мысли, что это были аугментированные. Недовольные новыми законами о лицензировании и программе переселения. Конечно, мир следит за Прагой, заявил журналистам пресс-секретарь полиции Алекс Вольнер. И мы изо всех сил работаем над тем, чтобы положить конец этой волне аугментированного террора. К расследованию уже присоединился Интерпол. Я уверен, что благодаря пражской полиции ответственные за теракты скоро окажутся на скамье подсудимых. Хакеры опубликовали украденную переписку. Вашингтон.
Коллектив Джиггернаут опубликовал десятки электронных писем, добытые им во время недавней кибератаки. По заверениям Джиггернаута, эти письма доказывают, что Международный валютный фонд держит беднейшие страны мира на экономической мушке в интересах мировой элиты. Однако, похоже, что большую часть этой переписки занимает просьба содержать в порядке офисный холодильник. Ясно. Забираем, забираем, забираем. И это тоже... Хорошо. Но тут больше ничего нет, как я понимаю. Тук-тук. Ага, то есть можно, типа, короче, не взламывая, да, сюда пролезть. Оружейный чемоданчик. Забираем все, что здесь имеется. И я так понимаю, что... Тактический дробовик, это мне нравится. Но я им пользоваться все равно не буду, я просто его продам. Угу, ну все. Хорошо, ну в принципе ладно. Я, наверное, пойду сразу сюда, может быть. А здесь закрыто. То есть единственный путь это только вниз. Ладно, пошли. Я надеюсь, я иду правильно. Я просто уже боюсь куда-то сворачивать, потому что, ну блин, сейчас опять что-нибудь сломаю. Наверное, даже сделаю отдельный сейв. Ага, все правильно иду. Наверное. Так, смотрите, нам нужно вот сюда. Там как раз таки закрытая территория. They treat each other with respect. If a man has something to say, he says it to your face. Politely. That is what... Go away, Clegg. We're closed. Oh, he is not here to gamble, Vano. Are you? You're Otar? I am Mr. Botcovelli, yes. And who are you? I'm here on behalf of a concerned third party. Oh, you hear that, Mano? Our guest is a very private person. I found it pays to be cautious when you don't know exactly who you're dealing with. That is true. But sometimes it can create problems which could have been avoided had they been more forthcoming. If neither man is willing to compromise, they cannot reach a satisfactory understanding. I would like to avoid any misunderstandings. Good. So in this case, since you already know my name, and no doubt other things about me, I think you owe me the same courtesy. Угу. Сделать комплимент, согласиться увильнуть. Я из Интерпола, но проблем не хочу. Так, я думаю, лучше не говорить про это, потому что это подпольная, да, вся тема. Скажем так, я решаю проблему, и я друг Вальцва Коллера. Он сказал, что у вас для него есть товар, и я решил помочь в его передаче, сделать комплимент. Ясно, что вы человек не глупый, думаю, что вам про меня и так все понятно. Разумеется, я тут по просьбе Вацлава Коллера, он ждет от вас товар. Уверен, это лишь простое недоразумение. Давайте сделаем комплимент. I know this. You're clearly an intelligent man. I doubt if there's anything about me you haven't already figured out. Obviously, I'm here on behalf of Vaclav Koller. He's waiting for a shipment from you. I'm sure this is all just a simple misunderstanding. The only thing I've learned about you so far is that you don't understand the first rule of good relations. They begin with mutual respect. As for Koller, there was no misunderstanding. He wanted the calibrator, and I refused. The same as I am doing to you. But this is why I do not like dealing with bugs, Vano. Bad business. Koller must be desperate to send someone like him. Так, кажись, вот он. Ребята, тот самый диалог, которого я ждал. В котором нужно думать, анализировать все фразы. Делать правильный вывод и отвечать правильно. Вот это, по ходу дела, ребята, оно.
Давайте смотреть, согласитесь. Секунду назад вы говорили про уважение, а теперь ведетесь так, будто меня здесь нет. Я тут потому, что Коллер единственный в городе, кто может сделать нужный мне ремонт. Вот и вся правда. Как насчет ответной любезности? Увильнуть. Или, возможно, он не хочет быть обманутым нечистоплотными бизнесменами. Сделать комплимент. Жаль, если вы так считаете, мистер Батковелли. Я не тот, кто бросает друга в беде. Опытный бизнесмен вроде вас знает, что иная дружба стоит того. Давайте согласимся. A second ago you were talking about respect. Now you're acting like I'm not even in the room. I'm here because Kohler is the only man in town who can do the repairs I need. That's the truth. Now how about you show me the same courtesy? You see, Bruno? Now he's being honest. Too honest. You talk about respect, and you show none. Bruno. Mr. Botkovelli would like you to leave now. То есть... You're trespassing, metal man. Ага. То есть, короче, мне не удалось его убедить. Хорошо. Я ухожу. Но я возвращаюсь с другой стороны. Я думаю, это будет интересно. Взлом? Давайте смотреть. Что у нас тут имеется? Захват, укрепление. Давайте. Это мы укрепляем здесь сразу. Все. Это было просто достаточно. А, так, давайте-ка мы... Сохранимся, наверное, да? Там находится камера. Нужно быть очень аккуратным. Но у меня есть невидимость. Так, смотрите. Там меня уже ждут, я так понимаю, да? Поэтому мы пойдем вот таким вот маршрутом. Это у нас что? Шприц гипостим. Ага. Прямо надо мной находится паренек. Я, наверное, что сейчас сделаю? Включу невидимость и проскочу вон в ту дверь, если это возможно сделать. Да? А, стоять, подожди. Пускай все это дело восстановится, потому что я не совсем понимаю, почему я не могу запрыгнуть туда. Почему он не цепляется за этот выступ. Я, наверное, даже батарейку использую, да, наверное, одну. Так, подожди, инвентарь. L2. Все, замечательно, поперли. О, черт. Так, ребят, все плохо, потому что там мы ничего не сможем сделать. Там дверь закрыта на замок. Хотя, подожди, что я туплю? Тут же можно спокойно подниматься, наверное, да? И выходить, потому что там никого нет. Тут закрыта перегородка и все. Давайте. Все, ну это было просто довольно. И куда я пришел? Ну-ка, закрываем дверь. Давайте, наверное, вот сюда. Ну их там двое. Все нормально, все хорошо. Но мне кажется, там вообще выход, я правильно понимаю? По ходу дела, да. Калибратор находится на уровень ниже. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так, ладно, давайте, может быть, сюда спустимся. Подожди, хотя я, по-моему, спустился же, да? Как раз таки, точнее, поднялся от... Вот оттуда.
В итоге мы пришли в туалет. Может быть, по вентиляции смогу добраться до того места, да? Которое мне нужно. Ну-ка, смотрите. Нет, это очередная точка входа в данную локу. Блин. Я чуть-чуть до конца уже запутался. Вот когда не знаешь, где конкретно искать, это проблема. Так, ну смотрите, один спускается, один там сидит. Хорошо, пускай он спускается, а я сейчас сделаю вот так. Я сейчас того вырублю. А, черт, я закостячил, ребята. Я надеюсь, что он сюда не подойдет, потому что если так, то это печально. Нет, 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 нет. О-оу. Хотя, наверное, знаете, что сейчас сделаю? Просто использую невидимость, да? Тихо, 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 тихо. Все нормально, все нормально. Пускай он сейчас сюда подойдет, да? Если что, я его вырублю. Но я думаю, что не придется. Мне также еще можно пробить здесь стену. Хорошо, давайте попробуем пробить стену. Там как раз таки стоит рядышком противник. Надеюсь, что шум сильно не подниму много. Наверное, где-то здесь калибратор находится. А, здесь куча фишек. Тут компьютер, но доступ к нему заблокирован. Нужно взламывать. Подожди-ка, забираем вот это. Давайте прочитаем, наверное. Иван, код к газу по-прежнему 1368. Что во фразе «сменить все коды» тебе, бля, непонятно, идиот тупорылый. Атар. Вот, наверное, здесь. Я так понимаю, подожди-ка. Ну да, придется взламывать, ребят. Охренеть, просто охренеть, меня спалили. Он все-таки сюда, значит, заходит. Быстро сюда. Все. Так, давайте быстренько, наверное, ломать. Access granted. Угу. Мистер Ботковелли knows everything that is going on. Калибратор. Все, у меня все есть. I've got your neuroplasticity calibrator. That's great! I'm gonna pencil you in for that optimization procedure. Just as soon as I'm done with this house call. What house call? I got this other client, you know, doesn't like to be kept waiting. Neither do I, Kohler. Call me when you're ready. Так, отдыхай, друг мой. Все, больше здесь никого. Я еще просто хочу немного здесь поползать. И что сделать? А, сейчас скажу, подожди одну секунду. Ну подойди сюда, давай. Да, сука, ты серьезно? О, тут был автосейф, ребят. Тут был автосейф. Ну вот смотрите, где он. Отдыхай, друг мой. Подожди-ка, стоять. Прячем.
Поиск. Поднимается кто-то. Подожди. Я просто хочу прочитать, что там находится. Мне вот очень интересно. Может, это прольет свет на какие-то вещи. Угу, это мы читали. Я, наверное, сохранюсь на всякий случай. Угу. Давайте просмотрим. Я тебе не нравлюсь, ничего страшного. Можешь любить меня, можешь не любить, твое дело. Но должно быть уважение. Атар, уважение к нашей семье, к нашему бизнесу. Вацлав Коллер — это бизнес. Если я сказал, что его нельзя трогать, значит, блять, его нельзя трогать. Это приказ. Если я узнаю, что Вана или кто-нибудь из твоих из казино его беспокоит, я их в землю зарою, ясно? Вана, я уже просил тебя закрыть сейф. Вот теперь пропали деньги. Такого непрофессионализма я не потерплю. Найди того, кто забрал деньги, и заставь их заплатить Атар. Вана, в последнее время у нас пропало несколько вещей, так что я попросил одного из наших перенести многое в хранилище и поменять код. Проверь, как он справился. Нужно, чтобы все было аккуратно. Новый код 6446. Я послал ребят. Так, Радич на этого парня прямо запал, и я хочу знать почему. Что-то там нечисто. Отправь к нему пехоту. Потряси его чуток. Может, что-то расскажет. Если нет, наведи там у него шороху. Пусть знает, что доброта Радича не освобождает его от долгов мне. Угу. Деньги у Коллера мы взяли на прошлой неделе. Сейчас что делать? Просто надавить чутка? Так, понятно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все нормально, живем. Угу. Я смогу это место покинуть каким-нибудь способом? Как-нибудь вот отсюда, что ли? Опа-на. Ну, пока он там тупит, я думаю, я могу воспользоваться моментом, да? И проскочить. Сейчас, одну секунду, опять же сохранюсь. По крайней мере, код теперь у нас есть. Поехали. Надо подобраться ближе. Все нормально, ребят, все хорошо. Пока что. Кстати, да, я думаю, что вот здесь вот мы сможем с вами пройти. Тут была вентиляционная шахта, помните, да? И вот тут вот выход. Угу, да, все замечательно, можно валить. Теперь осталось только вернуться к тому, да, пареньку. И посмотреть, что он может сделать. Ну вот смотрите. А, что это такое вообще? А, то есть это основная миссия уже идет, а мне нужно вернуться вот сюда. Нет, стоп, не сюда. Погоди, я что-то не пойму. Я забрал калибратор, я просто прослушал диалог случайно. А, я начинаю понимать, почему Возник восхищается... А, так это не то. А, ну все, то есть... Ладно, в таком случае сейчас что мы сделаем? Смотрите, тут недалеко находится... Что находится? Сюжетная миссия. Давайте, наверное, сюда сначала сходим. А потом, если что, я вернусь к тому пареньку. И посмотрим, может быть, он что-нибудь сможет сделать. Я как раз таки потом на монтаже перечитаю, да, что он конкретно мне сказал. И это сам. Просто даже не обратил внимания и не слушал, что он говорил. Вы понимаете, в чем все дело? Боялся, что меня спалят, короче, и внимательно смотрел там на этих солдат, как они перемещаются. Так, смотрите, направо, и вот здесь, по идее, полиция. Ну, вот, по ходу дела, да? Или нет, вот. Да. Это гражданский... Наверное, я зря это сделал, не? Интересный поворот событий. Погоди-ка.
сейчас опять куда-нибудь залезу не туда, да? Но погодите, то есть получается, это у нас еще один вход в полицейский участок. С улицы. Тут еще парочка. Ладно, пока туда лезть не будем. Но будем знать. Я думаю, что это же не просто так все сделали. Смотрите, вот здесь можно даже запрыгнуть. Погоди-ка. Вот сюда. И если ноги прокачать, я думаю, можно допрыгнуть вот туда. Но у меня пока что ноги не прокачаны. Будем работать над этим? Подожди-ка, не сюда. Как я сюда вообще попал? Вот отсюда. Нормально, зашел в полицейский участок, все разгромил. Добавлено в базу данных. Сюжетный предмет. Ключ-карта, используемая для доступа к лифту в Прага ДОВС, который доставляет к филиалу ОГ-29. Угу. А где лифт-то находится? Вы мне не подскажете? А, вот мы как. Ух ты, идите колотить. This whisper chip you gave me. It's an easy plant. You're heading into TF-29 already? Our enemies aren't waiting around while we lick our wounds. Fair enough. There'll be a data port on the NSN's motherboard. Access it and then just plug and play. Or plug and record in this case. Got it. I'll let you know when it's done. Установить чип стукач, ясно. А вот, собственно, и ОГ-29. Я так погляжу, что все серьезно. Давайте посмотрим, куда нужно установить чип. Это не то. Пока не совсем понимаю. Да ладно, может побродим здесь, да, найдем то, что нам нужно. Ты у нас кто? Агент? Да, тут, конечно, все серьезно, ребята. У них. Давайте пройдемся здесь. Что у нас тут? Тут все заблокировано. А, понятно, да, нужно сначала сходить к этому Питеру Джексону, как его там зовут. Он, наверное, здесь где-то находится. Adam, you're here. You made it in. It's good to see you're okay. Hey, Aria, yeah, it was a close call. I got lucky. A lot of people didn't. I was here working when the first reports came in. It was chaos. Phones ringing off the hook, people yelling, scrambling to find out what was going on. Then when Miller told me you were there, I... I'm all right. Good. You looking for him? Because he's tied up right now, a meeting with Leon, I think. Really? He's using the NSN right now? Yeah, I just saw him. Oh, hey, that reminds me, here's yours. What's this? The card for the shooting range. Chang changed all the codes this morning, said something about only giving access to people he's vetted personally. The bombing really freaked him out. Third one in 6 months, can you believe it? I just... I'm really glad you're okay. Thanks, Aria. I'll let you get back to what you were doing. Yeah, I better get back downstairs. It's gonna be a busy day. Come by later if you want to talk. Copy that. Хорошо. Важные объекты в Праге. Тир. Ну, мне это не интересно. Подожди-ка, я просто пока не пойму, куда мне нужно. А, здесь закрыто пока что все. Наверное, здесь. Добрый день. А, слушай, я же его спас. I wanted to thank your team for the backup in Dubai. That sting went to hell faster than the storm did. You're welcome, but I don't think you came all this way to say thanks. Director Miller asked me to get Agent McCready up to speed. Now I have the red-eye flight back to Oman. Headed into the field office there? Not exactly. One of our black sites. I'll be dropped in as a captured enemy combatant. After I contact my fellow Jin prisoners, I shall lead a very convenient escape. Re-embedding with the Jin.
Aren't you taking a big risk, given everything that happened? No choice. That ambush knocked everyone on their asses. TF-29, Bell Tower, the Jin. To cover all the angles, I need to go back. Hopefully my cover is still good. You killing the signal booster at the hotel should help. You're thinking the Jin can get a bead on our gate crashers faster than TF-29. Perhaps. They do not like loose ends. An augmented kill squad with military training. Have you ever seen anything like it? Yeah, once. But it's a long story. Did we get anything out of the cleanup operation? Mostly corpses. Heavily augmented, as you know. Under those gold masks, they were ID scrubbed. No prints, no dentals, no DNA match. Professional. Could still be ex-Bell Tower. Plenty of men and material went AWOL after the incident. A competing faction that listened in on Shepard's sale. It's a possibility. The audits and investigations of Bell Tower will go on for years before we know how many rats jumped from that ship. Whoever they were, they knew exactly when the deal was going down. Any chance they were based locally, in Dubai? No. After the incident, Dubai became the world's most luxurious tombstone. Perfect for the Jin, but for no one else. I thought human augmentation was frowned on in the Middle East. Why was Dubai hit so hard? Because it was another world. Two other worlds, in fact. One of extreme augmentations in gold or crystal. And one of thousands of workers outfitted for construction. Then, that day. I know. No, Agent Jensen, you could not. Some called it divine punishment. But that day was not the work of a merciful god. I don't envy what you've got ahead of you. Actually, I'm looking forward to it. The truth is, when you've been under for long enough, you only feel like an imposter out here, in the real world. Yeah, I understand the feeling. Понятно. Хорошо, я очень рад, что то, что я спас его в самом начале, это в итоге аукнулось. Также меня очень порадовало, что все-таки появились ребята диалоги, в которых нужно внимательно выбирать варианты ответа. Это очень здорово и замечательно. На такой ноте мы с вами, ребята, и закончим. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Также не забывайте подписываться на канал, на Google+, и Twitter. Там вся информация, новости канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. На сегодня все. Давайте. Всем пока.